Девчулечки мои, красотулечки, всем привет, мои красавицы. Девочки, сегодня будем с вами делать смывку в домашних условиях. Я сделаю серию видео, потому что рецептов много, и поэтому я сделаю серию видео «Смывка в домашних условиях». Ну, для чего она нужна, эта смывка? Девчонки, ну, например, вот смотрите, я вам рассказывала. Я покрасила свои волосы. Ну, не к душе мне вот этот цвет. Девчонки, я не знаю, мне хотя многие писали: «Наташа, какой красивый у вас цвет волос». Ну, не знаю, девочки, никак я не могу с этим, с рыжим каштановым каким-то ужиться, слиться, никак не могу. Вы сами видели, я делала милирование, я, то есть, рассветляла. Это можно сделать через милирование, то есть, свой цвет вы осветлить. Немножечко я это сделала. Если это интересно, зайдите, посмотрите, как мы сами делали милирование в домашних условиях. Элементарно. Зайдите, посмотрите, девочки. Но этого мне недостаточно. Я хочу еще немножечко, то есть светлее цвет сделать. Может быть, кто-то, девчонки, из вас перестарался и затонировал свои волосы так, что они стали фиолетового цвета, например, розового цвета, красного, рыжего, и вам нужно это смыть, избавиться. Есть, конечно, можно более профессионально подойти к этому и сделать смывку. Смывку можно оксигентами сделать. У меня есть тоже такое видео. Зайдите, посмотрите, плейлиста, как смывку делать оксигентами. Как разводить, там рецептов тоже много. Ну и можно это сделать домашними, так скажем, продуктами. То есть непрофессиональными. Будем сегодня делать с вами непрофессиональный подход смывки волос, то есть в домашних условиях. Еще раз говорю, видео будет несколько, много рецептов. Я выбрала более тайдящие, и я на себе проверю. Как я вам всегда говорю, все проверяю на себе, девчонки. И соды я голову мыла, хотя для всех это был такой трэш. Ой, вы что делаете, ни в коем случае. Но сегодня тоже я буду делать смывку в домашних условиях. Что нам для этого с вами нужно будет, девочки? Для сегодняшней смывки волос нам понадобится с вами аскорбиновая кислота. Она есть в ампулах, вы можете жидкую использовать. Или вот такую вот сухую в пакетиках. Вот я купила, вот у меня в пакетиках. Я ее и сама принимала во время болезни. А вот это вот, ну, так скажем, что-то у меня есть и осталось, можно применить на наши волосы, чтобы осветлить, так скажем, смыть нашу краску. Сегодня будет два рецепта, так скажем, с вами. Первого способа нам надо будет шампунь и аскорбинку. Что мы делаем? Столовую ложку шампуня, и столовую ложку аскорбинки. Смешиваем и моем этим составом наши волосы. Ну, не спеша, потихонечку. Ну, короче, сейчас вы все увидите, девочки. На влажные волосы мы берем шампунь. Вот. Шампунь этот очень хороший, девчонки, корейский, я вам уже показывала, очень экономичный. Вот прям столовая ложка шампуня и столовая ложка аскорбиновой кислоты. Высыпаем. Все это перемешиваем и наносим на свои волосы, девочки. Хорошо, прям это все можно сделать в руках. Пожалуйста, вот, элементарно. Не нужны никакие тарелочки, ничего. Сейчас мы вот это все с вами перемешаем и нанесем на волосы. Размыливаем. И поехали, наносим. Второй способ смывки волос в домашних условиях. Что мы делаем? Вот я вымыла, так скажем, свои волосы с аскорбинкой. Ну, вы можете просто шампунем вымыть. А теперь мы берем бальзам или маску. У меня это будет маска от Constant Delight. Вот такая у меня маска. Тоже один к одному. Столовая ложка маски, столовая ложка аскорбинки. Берем. Я тоже буду это делать все вот так в руке. Ну, вот где-то у меня столовая ложка получилась. Давайте еще чуть-чуть для себя, любимый. Ничего не жалко. И давайте аскорбинку. Еще раз говорю, можете и купить в жидком виде в ампулах аскорбиновую кислоту. Ну, я не знаю, мне кажется, порошочки намного удобнее.
Там надо пока этот разбить пузыречек, правда, да, девчонки, стекло, не дай бог порежемся. А тут видишь, как хорошо все. Размешиваем, размешиваем. И все, наносим этот осветляющий состав для домашней смывки на свои волосы. Можем подержать минут 10, чтобы у нас произошла такая кислотная смывочка. Ну, вот опять наносим и давайте на наши волосы наносим. На концы волос обязательно. Давайте нанесем. Вот. Вот. Ну, что это за цвет? Ну, что это за цвет? Ну, не мое это, девчонки, не мое. Эти каштаны, маштаны какие-то, не знаю. Не мое, девчонки, это все не мое. Так, и вот так вот все хорошо. Вот это разносим по волосам. Еще раз говорю, можете взять расчесочку, расчесать. Можем даже 10 минут это все подержать. Я подержу 10 минут, девчонки, а потом смою, посушим и посмотрим результат. Ну вот, мои девчульки-красотульчики, что у нас получилось с вами? Девчонки, метод реально работает. Работает, девочки. Вот, смотрите, как осветлился у меня мой волос. Ну, здесь еще надо мне прокраситься, конечно, это уже мой волос здесь отрос. Но факт тот, что, девчонки, волосы мягкие, вы не представляете. То есть мы получаем с вами два в одном, девчонки, два в одном получаем. И, то есть и маску мы с вами делаем, и осветляем наши волосы. То есть корректируем цвет волос, ненужную делаем смывку. Очень хороший способ, щадящий. Еще раз говорю, волосы напитаны витаминчиком С, так что просто замечательный метод. Ждите следующее видео с другим способом смывки в домашних условиях. Ну вот, девочки, вот вам вот такой результат. Мне кажется, замечательно просто получилось. Хорошо, мне нравится результат. Очень даже нравится. Ну вот, мои дорогие девчульки-красотулечки, кто новенький, подписывайтесь на мой канал. Давайте, девочки, дружить. Не забудьте поставить лайк и поделиться этим видео с своими подругами. Ну, а с вами была я, Рубцова Наталья. До новых видео, мои девчулечки-красотулечки. Люблю вас всех, мои красавицы. Пока-пока.